31 июля, последний день месяца. Как вы правильно понимаете, мы снова на Иринге. У нас здесь Василич. Василич, ты куда побежал? Привет, гость. Привет. Он здесь первый раз, конкретно в этом месте. Вот. Мы собрались на рыбалку. Да, 3 часа, да, время. Самое то, жара хоть спала, дождь прошел. Все, загрузились. За водой съездили, веник замочили, баню поставили. Ко всему приготовились. Вот, вот, загрузились, все. Сейчас поедем на Становое. Вот такая вот у нас нынче погода. С утра был дождь небольшой, моросило. Но сегодня уже все хорошо, все красиво. Леха уже ест бруснику. А Василич не знает, чем заняться. Не знает. Он ягоды не ест, незрелые. Не ест, да. Он думает, где бы, чего бы там, да. Хорошо, хоть среди нас есть один рыбак, который что-то ловит. Леха в тапочках ходит. Всем успеваем. О, засними он. Красивое. О, небо. Сейчас к нам придет гроза. Мы ее переждем. О, гриб! Поганка. Да, вон, это сыроежка. А это, да, это какая же самая сыроежка, сыроежка. Переверни лодку, переверни лодку. Сейчас, сейчас, иду. Пошел немножко в сторону от ветра. Опа, сверкнуло. Красота, гроза. В общем, дело такое, мы приехали на Становое, на озеро Становое, порыбачить рыбку. И буквально только расположились, накачали лодки, 5-10. И все, и пошел ливень, гроза. А мы сидим под крышей. Ай. Недовольный человек, недоволен. Поймал красноперку, хотел щуку. У нас тут течет. Течет помаленьку. Крыша потекла. Да. Так. Ну вот это дождик. О, так. Сверкануло. А я говорил, давай. Давай, говорю, натянем баннер. Блин, сейчас уже все, и на курицу льется. Гоп. Крыша сечет. О, Василий сорожку поймал. Щука подошла к берегу, щука сейчас туда придет. Василий, у нас ловит живцов. Он у нас ответственный за живцов. Вот смотрите, сколько он уже наловил. Мы, да. Мы ответственны за щуку. Каждый делает свою работу добросовестно. Да, Василий, он вообще, как бы, типа, даже невзирая на эту дождь, который уже практически закончился. Все, сейчас лодочку, да. на воду. И поглубже. Может, попробовать. Глубже не надо. Надо вдоль берега ловить.
после дождя, испарина, ветра практически нет. Машкара заедает. Всем добрых вечерочков! Мы на озере Становом. Сегодня 31 июля. Денек прекрасный. С утра было солнышко. Мы съездили за водичкой на речку Нелинингу. Потом поставили баню. Потом приехали на озеро Становое. Собрались рыбачить. Подготовили лодки. Это все есть у нас. Это самое запечатлено. И тут как? Началось. Гроза. Гроза, пошла гроза, шикарная гроза. Василич, повернись вон, на камеру. Да. Повернись. С молнией. Ты видишь себя, нет? Вижу, да. Вижу, Василич тут пытается поймать гиганта, да. Но у него его обманывает. Постоянно. Короче, сегодня хорошая гроза была, и дождик пролил, вообще шикарно. Мы, конечно, посидели под навесом. Нормально. Все, дождь кончился, мы вышли на озеро. Сейчас погода великолепная. На озере гладь зеркальная, вообще ветра нет. Да. Красота там уже. Ну мы да. Нормально. Да. Терпи. Вот оно, какое озеро. Становое. А там где-то что-то горело, а вон там дым уже. Дым рассеялся. Не, там дым огонь. Вот, видите, теперь может повернуть. Витёк, повернись, теперь вот, тебя видно будет вообще. Во! Вот это Витя! Витя, нужно выйти! Уходить надо! Вот Витёк закинул удочку. Сейчас. Хочет поймать. Тут только что клевало. Раз клюёт, значит, подошел большой зверь. Сейчас мы на берегу, да? На берегу большой заяц подошел. А вот так вот мы спасаемся вот такой вот фигней. Это не реклама. Это не реклама, это просто, блин. Просто говорим, что. Потому что мушкары много. Берите с собой. Красивенько. Так, да, слушай, нормально. Хорошая камера. Нравится, да? Классно, да? Так, в озере отражается небо. Красиво. Если бы не дергал бы лодку, не было бы ничего. Ничего, нормально. Нет, нет, у тебя нет цепи. Оцепи меня. Кто будет рыбу-то ловить? Только ты. Всегда так. Ладно. Рыба не ловится, когда все включат. Поэтому надо что? Витя ищет из жирного тела. Ох, нифига себе, у них там черви прямо аж выпрыгивают у него. Ну, видно, да? Сейчас, да, слушай, красивая камера, красиво. Я взял его. Так, ну ладно. Все у нас прекрасно. Ой, опять машкара заедает. Ну ладно. С этого плана, с этого края озера. Интересно, вот эта дымка снимется? Поставим рогатку тут, потом. Ты здесь ловишь, что ли? И где ты ловишь ты? Прямо в мели. Оп, потому что здесь фэри моют.
бывает. Давай вон туда поставим рогатку. Попалась, падла. Сами сказали. Блин, вода, кипяток. Давай сюда подплывай. Василий, скажи. Сейчас твой, пробу давай, сниму. Давай. Чего не хватает, чтобы я знал на будущее? Не, все хватает. Вообще все хорошо, да? Просто сухая очень стала. А так... Молока надо просто. Или воды. Давай тащи туда молоко из этого самого. Не пойдешь, что значит. Из погреба, да? Из погреба надо достать молоко. Вы смотрите сами, если будете добавлять, то только для себя. Потому что я... Тогда не будет. Это местный обжор, он, блин, первый. Мы еще даже вообще... Посмотрим на него. Кушай, это понятно. Давай.